мы видели, что не хватало где-то, болели родители, значит, мы приходили туда и приносили те, ну, скажем, пайки, mm-hmm. если они не могли получить. И мы старались, ну, просто помочь людям. Mm-hmm. Ну, и считаю, что это наше обычное, наше дело, не так, чтобы вот специально какая-то бригада была организована. Оказалось, что мы mm-hmm. принесли большую пользу жителям нашего микрорайона. Действительно оказались на передовой, стоит действительно перед ними поклониться за то, что они вот в этот период пандемии вышли на рубежи, так сказать, борьбы с этой болезнью, посещали людей, которые не могли сходить в магазин, в аптеку и так далее.